В гол! Как подмышечки пахнут вкусно. Я тоже сейчас сажу. Сука. О, вот за это я КС обожаю, блядь. За что? И вот за это вот, блядь. За хэдшоты? Да потому что это каловая механика, блядь. Тебя раз блядь? Это говно придумал, блядь. Убить в голову с одного выстрела каловая механика или что? Любого оружия ебаного, понимаешь? Без брони? Каловая механика, реал лайф, пацаны. Фиксить надо. Ладно. Это как мем. Это как видос, где сыр кидают. Да. И вместо сыра совсем другой сюжет. Включи стрим, пожалуйста. My Devil Nigger. Да вы ебанулись, блядь. У нас катки, которые за старостой в Балдуре, ну, под действием непреодолимой силы и по стечению обстоятельств практически все сюжетные персы сдохли. Под действием непреодолимого Юры, блядь, в гачей одежде. Так, неважно, это было... Я даже не знаю, что у вас там происходит, догадался, что это именно про тебя речь. Гача, нет, одному персу я откусил руку, и он просто не появился. Другой перс ушел, потому что мы просто играли типа по злому. А третья сагрилась, потому что мы играли по злому, как раз это была Карлах, и я отрезал ей нахуй голову. Без негативчика. Да. Без негативчика. Блять, у меня гифка где-то есть, где Томас Шелби такой рукой... У меня тоже есть, кстати. Это когда сидишь в туалете, и кто-то свет выключил. С таким же сраным лицом сидишь. Сраным лицом. А что, с короткой тоже звание дают? Без разницы, какую ты играешь, но с короткой звание одно тоже. В смысле короткая? Среднестатистическая, что вы сразу короткая? Нормальная, блядь. Причем, кстати, забавный факт. А, идите в жопу, мне лень рассказывать. Разговаривать. Эй, Квилка не так пользуется. А, блядь, там написано не так, я думал, написано, эй, узбек вилкой не пользуется. Ну, блядь, а в чем мем, ну ладно. Где мем? Обычный школьный рюкзак с патронами. Так вы в Америке, блядь. Нет, в полицейском смысле. Купай мне, пожалуйста, рыбу. Грядки? Рыбы. Что ты сейчас сказал? Выкопай мне рыбу, блядь. Она закопана в воде, ты чё, нахуй? Блядь, ладно. О, желудь ебать. Не, ебать желудь не надо. Я пошутил, но я не хочу казаться странным. Желудь? Нет. Блять, неубедительно, Денис. Ебать, у меня сейчас столько наживки, я надеюсь, у меня не порвется очко, пока удочка. Ну, я очко тоже вырвать не хотелось пока. A few moments later. Я шел до ебаной реки в надежде порыбачить, в итоге я не взял ебаную удочку, сейчас я иду обратно за удочкой, блядь. Идущий к реке косплей. Идущий к реке. А почему в холодильнике еды нет, блядь? Почему она вся мусорная? Потому что я ее спиздил, ну. Общага момент. Заглянул в холодильник, блядь, и там нихуя нет. Смотрит, его за плиты Сёма стоит, спрашивает. Так где? Да в холодильнике нету нихуя, блядь. Ебать, либераху порвало, нахуй. Мама раньше говорила, что я очень умный. Блядь, раньше ключевое слово. Блять. Вот не знаете, блядь. Расскажете? Ну как бы тебе, блядь, помягче сказать? Не потому что, ну как бы, мама говорить перестала. Не в принципе говорить, что я умный, а в принципе перестала. Пиздец. Еще бы тогда сидим. А чё вы смеетесь? Смеяться можно только мне, блядь. А вы скачивали мод на ампутацию? Нет. Бля, где такая хуйня была? А, в этом. В Войне миров Z. Бабу цапнули на руку, отхуячу. Волкин Дэн, би лайк. Но там на выбор, на самом деле. Не, если игра, то да. Если сериал, то нет. Волкин Дэдди.
Терики и не отрубали. Хершелу. Да ладно, блядь. Да ладно, блядь. Хершелу отрубали. Хершелу ногу отрубали. Ну там эти... ему не только ногу отрубили. Там просто... Не, подожди, ему просто вторую ногу по самую шею отпилили. Ты че? Как-то да. Че там Марк делает? Он че, умер? Он срет. А. Марк, ты срешь? Я не слышал. Блять, дверь не открывает, то я задохнусь нахуй. Эй, Патрик, я заложил 250 тонн тортилла бикини-ботами. А потом думают, почему же нейросети разрушат и уничтожат человечество, блять. Стрикер. Ебать, яйца появились. Нихуя себе. Типа я в 12 лет открываю один прикол на глуфичу организма.